В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц вся ваша персональная информация надежно защищена паролем. Но что делать, если вы его забыли? Его можно восстановить. Пройдите по ссылке «Забыли пароль» и введите свой ИНН, адрес электронной почты и кодовое слово, и нажмите «Восстановить пароль». Инструкция для восстановления пароля придет вам на почту. Но чтобы такой способ заработал, его надо настроить. Это желательно сделать сразу после того, как получите регистрационную карту для доступа в личный кабинет в налоговой инспекции. Войдите в личный кабинет, перейдите в раздел «Профиль» и введите адрес своей электронной почты. На этот адрес вам будет направлено письмо со ссылкой. Перейдите по ней. Если вы все сделаете правильно, то рядом с вашей электронной почтой появится статус «Адрес подтвержден». Поставьте галочку «Разрешить восстановление пароля по адресу электронной почты» и придумайте кодовое слово. Теперь, если забудете пароль, его можно будет восстановить без посещения инспекции. Все очень просто, справится даже школьник.